Добрый вечер, Гомель. Гартаць старонкі гісторыі малой радзімы, гаварыць пра яе сучаснасць, бачыць яе будучыню. Традыцыйна кожную сераду мы адпраўляемся ў віртуальнае падарожжа па Гомелі і Гомельскай вобласці. Ну а сёння наш шпацыр з архітэктурным ухілам. Якім Гомель быў, якім стаў, хто спрыяе і спрыяў архітэктурнаму развіццю населеных пунктаў нашай вобласці. І ўрэшце, як навучыцца чытаць будынкі па пэўных формах, колерах і элементах. Про гэта і не толькі сёння ў нашай праграме. Знаёмцеся, калі ласка, з гасцямі перадачы. Андрэй Скідан, загадчык аддзела навукова-асветніцкай работы Веткаўскага музея старабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Фёдара Рыгоравіча Шклярава. Добры вечар, Андрэй. Рады вітаць вас, шаноўная. І Яўген Малікаў, гісторык, кандыдат мастацтвазнаўства. Добры вечар. Добрый вечер. Яўген. Размова пра стыль любога горада, яна шматслойная. Што, акрамя традыцыі горадабудавання і магчымасцей стваральнікаў, за ёй стаіць? Ну, я б сказаў так, і эту фразу я люблю паўтаряць. Ёсць фізіка, а ёсць метафізіка. Ну, такія простыя словы, вядомыя кожнаму. І мы схільны звычайна звяртаць увагу на матэрыяльны бок. Ну, это лёгка памацаць, адчуць, візуальна агледзець, ацэніць. А вось душэўна-духоўныя рэчы быццам бы дзесьці за дужкамі застаюцца. Аднак яны фармуюць нас, яны фармуюць нашу свядомасць значна больш, чым матэрыяльная частка. І таму, што такое ўражанне, эмоцыя, успамін, памяць, каханне, любоў, сяброўства, вернасць – гэта катэгорыі, якія нельга вымеряць штандэнцыркулем, да? І натуральна мы прыглядаемся не толькі да таго, як горад выглядае, але і што мы адчуваем у ім, як ён нас фармуе, і зрэшты, як ён уплывае на нас. Як уплывае на нашы характары, на наш настрой? На все наше жыццё, на все быццё наше. І в выставе мы з гэтага ж пункта зыходзілі. Ну, з іншого боку, все, скажем так, у нас фактурна. У нас любы экспанат падпісаны, пазначаны, атрыбуціраваны. Але для нас важна, каб чалавек атрымаў эмоцыю. Это самае важнае. І таму, напрыклад, калі дзеці прыходзяць, ну што для дзяцей важна в музеі, на выставе? Это эмоцыя. Пасля даедлівы нейкі наведнік, а такіх меншасць, будзе все сувымеряць, глядзець на бірачку, якога году, часу, хто автор, што это такое ўвогуле. А для большасці гэта ўражанне, гэта нейкая эмоцыя. І толькі пасля ён можа это дэталізаваць. Ну вось так. Але гэта падмурак, эмоцыя, гэта падмурак тых ведаў, якія магчыма дзеці, ну і дарослыя, потым будуць здабываць. Вы згодны? Это стрыжань, на якіх можа насаджвацца все. Інтэлект, эрудіцыя, але без эмоцій, без памяці, без нейкіх ўражанняў, все гэта ад ветра галавы свае я. Яўген. Ну, я цалкам згодны з тым, што Андрэй сказаў. Адзіна, што дабавіў бы, у маім разуменні, горад – гэта людзі. А людзі – гэта і ты, якія ў ім жывуць, і ты, якія гэты горад стваралі. І ты, людзі, якія яго стваралі, яны стваралі і стварылі нейкі такі набор констант, набор нейкіх архетыпаў, набор вобразаў, які перадалі наступным пакаленням, і вось ўжо наступны пакаленні людзей, яны з гэтым працуюць. І людзі, гэта, канешне ж, эмоцыі, пра якія Андрэй казаў. Адпаведна, для мяне стыль горада вызначаецца тым, што пэўныя людзі 100-200 гадоў там вклалі, што з гэтага вкладзенага праз іншых людзей прарасло і дайшло да нас, захавалася ў нас, у жывых, і мы гэтым можам карыстацца і перадаваць гэта далей. Я зразумела. Наступнае маё пытанне такое, но я думаю, што трэба неяк
інакш яго задаваць, таму што ну, на першы погляд здаецца, што можа быць прасцей. Хадзі па горадзе, вывучай, атрымлівай тую самую эмоцыю, назірай, цікаўся. А тут Веткаўскі музей, філіял Веткаўскага музея, змяшчае выставу «Ішоў па горадзе майстар». Так. Так? Дзеля чаго, з якой мэтай, акрамя эмоцыі, ўсё ж такі? Угу. Ну, ведаеце, я, ішоўшы сюды, зразумеў, што наша выстава, она пачынаецца не в музеі. Яна пачынаецца за ягонымі стенамі, і мы ў Веткаўскім музеі да любой выставы адносімся так. Мы фармулюем тэксты. Вот. В принципе, архитектура, она уже этим текстом и заявляется. Так? Умеем мы его читать, добро, кепско, вогуле не письменное в этом. Это иншее питание. Но мы, конечно, тексты уже бачим в своем осяродку, осяродку своего життя. Мы их учимся читать, мы их спознаем, осенсовываем. А музей представляет фразы. Мы не можем... Тезисы. Тезисы, альбо. Альбо литеры особные. Мы ими любуемся в осяродку выставы. И вот менавіта это наша задача. Вот так. Засталося доведаться, по каких улицах Андрей ішоў у студию и разумел, что выстава ішоў по городе майстер починается далеко за межами стены, далеко за межами будинка филиала Веткаўскага музея. А я думаю, что это могла быть вогуле любая улица. Я думаю, что любая улица – это уже артерия, это вена города, по яким тече его кривя. Тому, ну вот, принамщи по улице Пушкина я ішов, и в черговый раз я радовался тим будинкам, якія мне на шляху траплялися. До речі, некоторые из них на нашей выставе макеты этих домов и представлены. Зразумела. Скажите, калі ласка, кому з наведвальнікаў гэтая выстава, вось кадры мы бачым зараз на экране, будзе карыснай і цікавай? Ой, я думаю, усім, асабліва дзецям. Вот тыя рэчы, якія мы бачым, іх, конечно, у нас стаяць бірачкі руками не кранаць, да, мы ведаем все. Але любавацца імі можна з адлегласці. Ну, напрыклад, дзецям вельмі цікава гуляць мысленна вакол этих домікаў, вакол макетов, таких лялічных на іх погляд, да і на наш. Як бы стаўшы велізным веліканам, да, як Алісія ў краіне цудаў, можна з высаку ацэніць, да, вот эту архітэктурную плоскасць, над якой ты раптам здымаешь. Это забавно, это так мило выглядая. Детям цікаво. Это цікаво людям, якія уже мают некий досвід об городе. Они вспоминают город, например, 70-х, 80-х годов. Для них это некая такая ностальгия. Да, это приемное уражение той того дзяцінства, маладосці. Я вспоминаю и вельмі люблю словы нашей гомельской поэтессы Беллы Сосновской, моей сябровки. Она калісьці мне сказала такую, знову же, метафизичную фразу. В Гомеле повинно быть что-нибудь незменное. Разумеете, и я цалком з ёй погодился, потому что стабильность для нас – это один из важнейших принципов життя. Потому что все то, что меняется, ну... Навод у лепший бок, так? Навод у лепший бок. И добро, коли у лепший бок. Але завжды оценивается, как такая хисткость быття. А не здарма для нас вельми важно куда-нибудь в святую землю поехать и убачить рештки мамврийского дуба, який там 3000 годов стоял. И зараз, нехай это легенда, может быть, альбо правда, мы докранаемся руками до вечности. А, ну, на жаль, Гомель для нас – это целый шерок змен. Вот хочется стабильного, хочется речевы, какие незменными, погулять по улицах, под якими еще гулял Павел Осипович Сухи, например, и Евдоким Романов. Ну, вот такое ожидание. А иншая справа – ведать этих людей еще, ведать про життё этих авторитетов на ось. І пра гэта таксама дапамагае даведацца выстава «Ішоў па горадзе майстар». Яўген, як вы лічыце, а гасцей горада, скажам так, можа нават і не беларусаў, ці жыхароў іншых абласцей, іх ім карысна наведаць вось такую выставу?
Конечно. Справа в том, что Витковский музей, когда робит свои выставы, он вельми так грунтовно подходит, и когда эту выставу шел по городе Майстер мацавали, вот литерально месяц тому, я выпадково зашел, и в некий момент я зразумел, что у филиале Витковского музея робит часовую выставу настолько грунтовно, как у некоторых інших белорусских музеях робит постоянную выставу, постоянную экспозицию. И, соответственно, уже ведающий как экскурсовод, что нашим гостям цікаво, я ведаю, на что они звернуть увагу. Они звернуть увагу на эту резьбу. Потому что в других городах Беларуси этого альбо нема, альбо зусім больше, такая зусім стипла, больше дробные некие формы. И они звернуть на это, и они убачусь на, вот, на этом на этой выставе, на этом концентрации, они увидят культуру мясцовую. И, соответственно, станет интересно и город, и люди, которые там живут. Потому что, когда жихары этого города могли делать такое, то значит, что у них есть некий огромный потенциал творческий, культурный, который сейчас, может быть, не бачен. Но вот свидетельство того, что он был, и, соответственно, он не мог бесследно зникнуть. Значит, что он там есть. И, соответственно, любой гость, который хочет доведаться нечто про Гомель, про его культуру, традиции, на этой выставе знайдет себе видовочные отказы на это питание. Зразумела, дякую. Угляделася у Гомель, представлены на выставе и шоу по городе Майстер. И сябровка нашей программы, Вольга Ткачева, зараз яна с нами на сувязи. Вольга, добрый вечер. Добрый вечер, Алена. Вы завсёды у центры культурных падзей Гомеля и в области. Какие уражения у вас застались от наведывания этой выставы? Мне выстава вот вельми сподобалася. Ведаете, до сих пор меня не покидает отшивание дыхания часу. Вот подумать только, а? Минуло шмат годов, заменилось не одно поколение гомельцев, а шмат якія побудовы живут. А у них, як и раней, так и зараз, живут люди, якія, як і раней, так і зараз, любяць, наражають дзяцей, засмучаюцца і радуюцца, ну, па розным поводам. А на выставе мяне яшчэ вельмі ўразіла, што макеты, фотаздымкі, чарцяжы, дакументы. Это ж сапраўдны летапіс роднага горада. Вольга, скажыце, калі ласка, а ці было такое, пра што вы пачулі ўпершыню, пра што даведаліся, і чаго, магчыма, не хапіла вам, якой інфармацыі? Ну, тогда уже, чего мне не хватило такой информации, хочу сказать, что Андрей Скидан, и он так подал выставу, и так цікаво проповедал про то, что он, про наш город, что он, як закинул искринку цікавості, и хочется еще больше узнать, но это еще так как самообразование, самоэдукация. Вот, я с тех пор походила еще по городу, поглядалась в брамы, в разные ушибы, капнину, и город открывается зновку и зновку. Что я узнала? На про что доведались, так? Что многие дамы до сих пор уже живут, и они есть. Для этого там такие были чудовные макеты, вот, что мне хапило всего, мне хапило интересу, и зараз я его так само развиваю. Великий дякую, вы стала, ну, шиковная. Зразумела. Вольга, еще одно питание. Скажите, коли ласка, вот какие куточки Гомеля ваши самые любимые? Махчима есть дамы, побудовы, коли яких вы вельми любите бывать? Да, таких побудов шмат, но на первом месте у меня это галерея, картинная галерея Вашенко, которая находится в особняку, который был построен в 50-е годы прошлого стагодия, и там был детский садок. Так. А я всю жизнь працую в детском садку, только, конечно, у другим. А зараз это чудовная арт-простора. Там чудовная дворик, где можно погулять. И когда туда заходишь, там шмат цікавых картин, выставы. В некоторых выставах я так сама принимаю удел и выставляются мои творчие работы. Чему я, конечно, вельми рада. Вядома. Ну там да, и атмосфера мне особливая. И атмосфера, кажу, там чудовная так само. Атмосфера чудовная, да. Он хотя в 50-е годы построен, однако вот, не будь давновато так, заходишь и, ну, шиковно. Тем более это был детский садок, там же атмосфера радости. Дети это ж анёлы наши. Ну, вядома. Вот. Энергетика да, дитячая это. Дякую, Вольга, вам великий, дякую. Мы жадаем вам
шмат карысных ведаў і добрых уражанняў ад тых падзей, якія адбываюцца ў Гомелі. Дзякую вам, шчасліва. Яўген, вось дарэчы, наконт будынкаў, якім размяшчаецца галерэя Гаўрыла Харытоновіча Вашчэнка. Калі ласка, што можаце сказаць? Ну, гэта 50-е гады? Будынак, так, ён пабудаваны, узведзены быў пасля Другой сусветнай вайны. І ён быў пабудаваны спецыяльна, як памяшканне для дзіцячага садка, ці нешта ў ім было? Ну, з таго, што я ведаю, гэта сапраўды быў дзіцячы садок. Справа ў тым, што ў той час панаваў у архітэктуры стыль такі гістарызм, альбо яго яшчэ называюць сталінскі класіцызм. І гэты стыль асноўна быў на тым пафасе перамогі ў Другой сусветнай вайне. І людзі лічылі, што вось яны перамаглі такого страшнага ворага, і адпаведна, цяпер яны адбудуюць шчаслівае жыццё. І вось гэты пафас перамогі ён атрымаў працяг у архітэктурных будынках, аздобленых у такім класіцыстычным стылі. Але там крыху іншыя акцэнты, там ўжо з'яўляецца савецкая сімволіка, там з'яўляецца розны там рог дабрабыту, там розныя з яго там садавіна, гародніна выкатваецца, такія вельмі цікавыя элементы. І, канешне, вось гэта таксама паказчык. В 50-е гады, калі было вельмі цяжкае фінансавае становішча, таму што пасляваенная краіна, яшчэ ў 46-47 годах голад быў у Беларусі. У той час у якасці будынка для дзяцей будуюць фактычна маленькі палац. Да. Палаццо такі італьянскі. Так, так, такі маленькі палац. Хаця паўтаруся, што ў той час в эканомікі было вельмі цяжка, таму што краіна перажыла страшную вайну. І ў кантраст там якбы сучасныя будынкі, дзе эканоміка у нас развіваецца, але мінімалізм, абсалютны мінімалізм, такі вось офісны стыль. Гэта так прымушае задумацца над тымі акцэнтамі, якія ёсць у нашым сучасным жыцці і ў жыцці тых людзей. Ну, на той час ніхто ж не адмяняў гэтага слогана «Усё лепшае дзецям». Так, так. То есть, это слоган, за якім реальна было разуменне «Всё лепшае дзецям». І што цікава, это не толькі, скажем, капітальнае будаўніцтва, а на ўзроўні, вот я па ветцы аналізаваў драўляную забудову, і выбух такі дэкаратыўнага аздаблення вокнаў різьбой, менавіта прапельной, карункавай різьбой, гэта 40-е, 50-е і 60-е гады. Якраз стылістыка барока нечакана там з'яўляецца, але для веткаўскіх старабрядцаў то была знаёмая стылістыка. І вось чамусьці пасля аднаўлення і страчаных во многім спаленых будынкаў паўстае новы тып вось гэтага вот дэкаратыўна аздоблены дэкаратыўнымі такімі, падкрэсленымі дэкаратыўнымі формамі. Ну, хацелася ўпрыгожыць сваё жыццё пасля таго, што тыя людзі бачылі. Ну, вядома, так. Усё лепшае. Ну, вось яна, эмоцыя, да, метафізіка нараджае всё-такі на нашу матэрыяльную частку. За той час, што Гомель існуе, назапасілася багатая гісторыя стварэння гарадскіх будынкаў, якія дойліды прыкладалі свой талент, розум да стварэння каменных і драўляных збудаванняў горада над Сожам і іншых населеных пунктаў. Калі ласка. Тут вельмі шмат архітэктараў было. І... Ну, давайте з самага пачатку. Ну, з самага пачатку. Як Кацярына падарыла. Але это не пачатак. Да, это далёка не пачатак. Так, далёка не пачатак. Ну, той пачатак, які апісаны шмат у якіх крыніцах, кнігах. Граф Румянцаў зрабіў з Гомеля Саламянава каменны. Каменны, так. Да, пачатка. Значыцца, ну, канешне, лічыцца афіцыйна, што ў нас самы першы каменны будынак. Гэта цэнтральная частка палаца. Да, ну, на самой справе, это не першае, таму што я тут в апісанні Гомеля канца 18-го стагоддзя знайшоў, што каменная будыніна стаяла на берозе Сажа яшчэ да таго, як тут з'явілася Румянцаў. Але, канешне, яна была, мяха кажучы, нашмат больш сціпла, чым палац Румянцавых. І цэнтральную частку палаца ў 1777-78 годзе пачалі будаваць. І, як высветліў беларускі даследчык Валерій Францевіч Марозаў, найбольш верагодным аўтарам быў Іван Старов, расійскі архітэктар,
які па замове Петра Румянцева якраз такі пачаў бы даваць. Ён там Валерій Францыч Марозаў высветліў гэта стылістычным аналізам, там нейкія іншыя дадзеныя прыцягнуў. Ну і мяркуючы па ўсім, гэта правдападобна, гэта рэальна так. А Іван Старов гэта той чалавек, які вядомы тым, што пабудаваў таврычыскі палац у Санкт-Петербурзе. Зараз на экране у нас Адам Іцкоўскі, так? Ён таксама дабудоўваў палац. Да, значыць, праз прыблізна 70 год пасля Івана Старова да палаца звярнуўся новы архітэктар, гэта быў Адам Іцкоўскі, польскі архітэктар, які быў запрошаны Іванам Фёдаровичам Паскевічам у 1840-х годах, і ён перабудаваў палац фактычна ў тым выглядзе, як мы яго зараз і бачым. Ну вось гэтую башню, так, так, вежу прыбудаваў, і галерэі, і флігеля перабудаваў, і ён жа разбіў якраз там парк. Да гэтага парк быў за паляўнічым домікам нынешнім. Ось, і там такі маленькі садзік хутчэй быў. А тут ён зрабіў парк, зрабіў такую вот, то, што называюць перлавіну, жемчужыны горада. Ну, яшчэ тут я гляджу фатаграфіі Станіслава Даніловича Шабунеўскага, это такі вядомы гомельскі архітэктар канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Фактычна, вот як тут нашы даследчыкі гомельскі высветлілі, што, можна сказаць, пра Станіслава Даніловича, ён з правінцыйнага з пункту гледжання архітэктуры Гомеля канца 19-го стагоддзя зрабіў Гомель узроўню губернскага цэнтра. Канешне, не сталічны, але горад узроўню губернскага цэнтра. Ён адзін сваімі талентамі, сваёй кампетэнтнасцю, сваёй працаздольнасцю выцягнуў Гомель на в плане архітэктуры на абсалютна сучасны ўзровень таго часу. І бадай на ўзроўні Беларусі сучаснай, ці ёсць аналаг Шабунеўскаму ў іншых абласных цэнтрах? У кожнага абласнага цэнтра магчыма быў свой Шабунеўскі ці не? Магчыма быў, ну, вот, но, на жаль, мы так пакуль не ведаем. Справа ў тым, што ў нас в гісторыі Беларусі і тым больш в гісторыі Гомелі белых плям больш, чым дакладных фрагментаў хаця б тэкстаў. Таму што мы даследуем зараз архітэктуру, таму што дзякуючы інтэрнэту, дзякуючы таму, што зараз 21-е стагоддзе, з'яўляецца магчымасць атрымаць доступ да новых крыніц, якія там 20 гадоў таму былі нам проста невядомы. І, напрыклад, там мінскія архівы, віленскія архівы, там маскоўскія архівы, мы выцягваем столькі інфармацыі і фактычна мы бачым зусім іншы горад. То, пра што я 20 гадоў таму, можа быць, там нават не здагадваўся, зараз гэта рэальныя фотаздымкі, рэальныя планы, рэальныя абмеры, рэальныя імёны. Фактычна, кожны, ну, фактычна кожны 3 месяцы ў нас з'яўляецца маленькая такая краязнаўчая архітэктурная сенсацыя. Просто, можа быць, яна не адразу публікуецца. Не тиражыруецца. Так, не тиражыруецца, таму што, ну, трэба якасны прадукт выдаваць. Але фактычна 3 месяцы, 6 месяцаў што-небудзь новае ўнікальнае з'яўляецца. Да. Ну, на тое вы сёння ў нас у студыі, каб расказаць, паведаміць вось такія факты, якія магчыма праз тыдзень-два стануць сенсацыямі. Ну, зараз вось архітэктар гэта і жаночая прафесія. Ці захаваліся у гісторыі архітэктуры Гомеля і в области жаночыя імёны? Ну, так сходу я магу згадаць са старых майстроў. Гэта Наталья Маклецова, якая працавала ў 30-е гады, і Марія Салін, таксама жанчына, якая ў той час працавала. Гэта даваенны перыяд. Так, даваенны перыяд. Але яшчэ раней, в прынцыпе, ўсё-такі грамадства ў нас і зараз дастаткова патріархальна, а тады яна была ще больш патріархальным. І такія перадавыя прафесіі, канешне, наперадзе былі мужчыны. Але ўжо ў савецкі перыяд ўжо пачалі з'яўляцца і імёны жанчын-прафесіяналаў. Зараз вельмі шмат у нас жанчын-архітэктараў, але гэта ўжо зусім іншы час, ўжо 21-е стагоддзе. Ну, спецыялісты сцвярджаюць, што за кожным геніальным архітэктарам стаіць геніальны заказчык. Так ці не, згодны вы з гэтым ці не? І хто стаяў за тымі архітэктарамі, пра якіх мы зараз гаварылі? Ну, відавочна, што такі цудоўны палац, як у нас ёсць зараз, і ў першым варыянце, калі была толькі цэнтральная частка, і гэта быў такі, даць, першы прыклад
паладзянскага класіцызма, такога накірунку ў класіцызме 18-го стагоддзя, першы прыклад паладзянскага класіцызма ў Расійскай імперіі. І пасля, калі іх палац перабудаваў Адамыцкоўскі, то заказчыкам таксама быў не менш выбітны чалавек. Проста я так разумею, што калі уладальнік, чалавек высокага палёту, ён з жыцця чагосьці дасягнуў, то ён і запрашае на працу людзей не менш такого высокого палёту. Да. Это, то іх, відаць, нешта агульнае ёсць, разумэнне, вось здольнасць адыходзіць ад дробязяў, якія там недзе на нізе, здольнасці не эканоміць грошы. Ну і плюс, канешне, грошы, матэрыяльныя сродкі. Гэта такое взаємозв'язанае, таму што калі там Іван Фёдорович Паскевіч, вельмі моцны ваеначальнік, фельдмаршал, ён высокого палёту, асоба, другая, трэцяя асоба ў Расійскай імперіі, там першай палове 19-го стагоддзя, то ён не мог эканоміць грошы там на нейкіх дэталях, запрашаць архітэктара, які быў танным, ну там невядомы ягоныя працы. Ён адразу запрашаў архітэктара, які ўжо праявіў сябе. Той самы і з Іваном Старовым, якого, як высветліў Валерій Францович, верагодна запрасіў Пётр Румянцаў. Гэта взаємозв'язана, канешне. Зразумела. Я хачу, каб мы звярнуліся ізноў да выставы і пагаварылі вось пра што. Ці можна на выставе даведацца пра тыя будынкі, якіх ужо даўно няма ў Гомелі? Ну, фактычна, выстава, яна і спрабуе гэтыя белыя плямы трошкі, ну, афарбаваць колерамі. Ну, зрэшты, навошта было выставу і распрацоўваць, калі б не было там прадстаўлена штосьці новае, унікальнае. І таму выставе папярэднічала двухгадовая праца архівная. Мы з сябрамі, это Сергей Ляпін, Марыя Булавінская, правілі ў архівах пэўны час. Яны в Літовскім нацыянальным гістарычным архіве, я в цэнтральным архіве горада Москвы. Знайшлі проста унікальныя дакументы. Ну, можа быць, абывацелю такі чертежы, малюнкі, прамалёўкі. Ну, нічога не раскажуць. Да, асоба не ўбачыць там штосьці выбітнага, такого здзіўляючага. Але гэта той Гомель, які ўжо да нас не вернецца. Андрэй, ну вось зараз на экране будынак гомельскага цырку. Да. 1926 год. Ці шмат гамяльчан і гасцей горада ведаюць, што быў такі драўляны будынак. Дарэчы, дзе ён знаходзіўся? Гэта будынак, гэта такое ноу-хау, гэта адно з такіх маленькіх адкрыццяў мяне і Андрея. У свой час мне патрапіў фотаздымак, стары фотаздымак, ну, дзе-то пачатку канца 1920-х, пачатку 1930-х гадоў. Ну, ён жа ў вас. Да, вось, дарэчы, гэты фотаздымак. І тут гэты фотаздымак, на ім адлюстраваны, зафіксаваны цырк, я нават высветліў аўтара гэтага фотаздымка, на ім адлюстраваны цырк, але ён так, такой праекцыі, ён крыху збоку, і Андрей здолеў па гэтаму здымку развернуць вось гэту праекцыю і зрабіць яе фас. Магчыма, ён у архівах Москвы знайшоў нейкія звесткі. Не, пра гэты цырк, інфармацыі крыху больш нуля. Дата з'явілася пасля таго, як у нашым абласным архіве я працаваў і знайшоў дакументы, як гэты цырк пачыналі будаваць. Вось. Карацей, это толькі адно фота. Да, па адным фота. Прычым вот такое ракурснае вельмі. Але мы, калі ну, спрабавалі вот эту вот фасадную частку вывести, мы карысталіся яшчэ дадатковай інфармацыяй, бо вераемным архітэктарам з'яўляецца Станіслав Данілович Шабуневскі, і мы параўноўвалі яго з іншымі будынкамі таго часу, узведзеныя майстрам. І таму ну, пытанне, як выглядалі элементы, у нас асабліва не ўзнікала. Зразумела. І ўсё ж такі, яшчэ адно пытанне, дзе знаходзіўся цырк? А вот это секрет.
Но придется его да раскрыть. Да не может быть, да не может да, быть, рассказывайте. Это одна из центральных улиц Гомеля. Да. Значит, они, которые думают, что на месте нового цирка старый стоял. По старой доброй традиции, одно заменять новое. Справа в том, что в улице же была написана Комсомольская. Однако, махчима Комсомольской. Это не та Комсомольская, называлась вот нас, не да, та Блитонина. Улица, якая зараз зовется Комсомольской. Но открытие. Ну, тут целая история. Ну, по-перше, в 20-х годах улица Комсомольская называлась та, которая улица Ленина зараз. Проспект. Так, Ленина. Проспект Ленина. А та улица, якая зараз называется Комсомольская. Комсомольская. И она называлась, как не дивно, называлась улица Ленина. Поменялись названия. Да, и только напередодні, коли не помиляюсь, юбилея 90-го года с дня рождения Ленина Владимира Ильича, вырешили все-таки центральную улицу назвать, а не боковую. И взяли, поменяли этой назвы. Коли я этот фотоздымок отримал, то я зрозумел, что это сучасный проспект Ленина. И по деталях я нашел это место. А позднее, прос несколько год, появились фотоздымки Гомеля периода войны. Немцы перед тем, как начать бомбить город, я на его сфотографовали с пункта лежения разведки. И там было бачено этот цирк вид сверху. Он довольно вызначальный. Буйный так, будинок, буйный... читается вельми добро. Это шапито огромное, драўляное такое, не куба, шматгранник. Такие, ну, скажем, складанная побудова. Да. И это как раз то место, которое я тогда и вызначил. Ну, и так отрымалось, что великий драўляный будинок, это чудовная мишень для бомб. И когда Гомель начали бомбить, первые дни бомбежек, власно, драўляны цирк сгорел, потому что там, может быть, маленький домик, в его можно было промахнуться, но в будинок где-то там приблизно 30 на 50 метров драўляны в центре города промахнуться было немагчыма. До речи, коли да, этот будинок стоял на месте сучасного дома с магазином Рубин, это по проспекту Ленина, помеж и прожив Маша. Ленина 10, так 10-12 там, да. Угу. Помеж Гипрожив Машем и помеж улицей Селянской. И когда там копали траншею, а я маю такую звучку, когда в городе нечто копается, обязательно поглядеть, что они выкопали. Потекается. Так, ну это с моего юнацтва профессийные археологичные звучки застались. И было бачно, там на глубине приблизно 70 сантиметров слой такого толстого слой вугля сантиметров 5-7, это как раз вот вугль с того самого драўляного цирка сгорел, и вот он целым пластом, там по всей траншеи было бачно, как этот пласт вугля. Зрозумела. А вот еще один будинок. Городская центральная лазня на улице Советской у Гомеля. И она так незнаемый будинок. Да, Кусь, этот будинок захавался. Да, и мы его ведаем. Реставрован? Это лазня? Лазня, да, это лазня. На углу. А чему не в таком выгляде? Так, а это что у нас? Прибытковый дом. Фанни Немченко. Так. И Валентина Яскульского побач. Это два дома, которые и находились, один недалеко от и другого. И зараз яны есть, але фасадный крыху выгляд изменен. Так. Цалком перебудованы. Настолько, что не познать. Как бы ты фотоздымок этого будинка я где-нибудь убачу без привязки, что это Гомель, я бы хочется не познал. Але вот сопоставляющие фотоздымки, сопоставляющие планы, мы нарешті вымалевываем, как Гомель выглядал 100 годов тому. Ну, вот та самая Каланча, так, про якую ведают шмат, кто шмат. С Гомельчан, так, и люди больше сталого узросту. Ну, ведайте, молодь, как выглядала пожарная Каланча, якая на центральной площади Гомеля. На центральной площади знаходилась, а там, где зараз прикладно театр, помеж театром и Гомель. И там фонтан, вот где фонтан, она в это место приблизно стояла. Шановные глядачи, мы сегодня про архитектуру малой родимы, и сегодня у нас у гостях Андрей Скидан и Яуген Маликов. Мы протягиваем нашу размову. Вот Гомель, мы погуляли, доведались, потекавились. А коли поехать на Полесье, у глубинку, в самую отдаленную весочку, где-то там на Туровщине, там можно знайти некие побудовы, элементы цікавые для того, как их доследовать простым людям и, вядома, навукоўцам.
Ведаете, я как экскурсовод, как человек, который шмат экскурсий водил, пришел до высновы, что коли вы ведаете досконально некую тему, ну, хай это будет на вот муравейник, вы можете настолько цікаво расповесить, что ваши слухачи будут вокруг звычайного листового муравейника годину стоять и фактично думками своими жить разом с муравьями. Коли вы ведаете тему. Зараз мы на Полесье. И, отповедно, любая белорусская, и не только белорусская вёска, любое местечко, это место, где есть что показывать, есть про что рассказывать. Важно только ведать это. А вот в этом проблема, что у нас вельми шмат информации, будинков, историй, записанных, незаписанных, сыходит у небыт, и мы просто не ведаем, что это такое. Любой вёсцы жили люди, которые чем-то цікавились. Ну, их были некие приемные и неприемные моменты. И это все можно вельми цікаво расповесить. У любой вёсцы есть будинки, которые адлюстровывают местные особливости. И когда их ведать, этой местной особливости, то можно в любой вёсцы провести классную экскурсию. Але это треба ведать. Для того, как ведать, треба это доследовать и фиксовать. А это уже науково-доследчая работа, якую ведут краязнаўцы, историки, музеи. Ну, Евген, ну скажите, вось, чем адрозніваюцца вёскі, палескія вёскі, так? И вёскі пасожжа? Ну, розница поміж імі ёсць. Па-першае, палескія вёскі... Звычайны чалавек так. Розніцу гэтую адчуе? Я думаю, что да. Па-першае, палескія вёскі... Как правило, размещены посеред болот. И, сходящий с того, что там земли придатной, где можно поселиться, не вельми шмат. Там у полесские вёски, как правило, вельми долгие, там может быть одна улица, а эта улица будет 3-5 километров. И вздолж этой улицы стоят хаты, у яких за жилым будинком размещены все остальные прибудовы. Там хата, хлеб. Значит, повесь. Такие паровозики. Да, паровозик такие. Так. А вот сейчас мы бачим не полесские. Это докладно это пасожжа. На пасожжі крыху іншая ситуация. Тут болот значно меньше. Тут больше такой вольной территории. Отповедно, вёски не обовязково вытянуты на одну улицу. Они могут иметь такую центричную некую планировку, там, в выгляде крыжа, там, прямоугольника некого. И хаты тут крыху по-иншему стоять. Хаты на Полесье вытянуты в одну линию в выгляде паровозика. Хаты на пасожжі, они стоят в выгляде такого квадрата. С одного боку хата, с другого боку хлеб. Ну и с третьего боку так само озвучены хлебом. Так, таки маленький замочек. Их это вельми чувается помеж этими разными регионами одной Гомельской области. Скажите, калі ласка, вы как доследчики, шкадуете, что вот такие цудоўные дамы видоизменяются? Что заборы драўляные заменяются цементными? Металлопрофиль. Что закрывается, что закрываются драўляные стены сайдингом и так далее. Люди робят так, как им зручно. Люди умацовывают, робят лепш для себе. Однако вы поспеваете зафотографовать, вы поспеваете нечто, махчима, некие элементы и попросить у этих господаров, так? Ну, зрешты на нашей выставе как раз можно убачить те элементы, которые мы сняли с домов, альбо которые в уголе не існуют под знос. Альбо какие демонтованы, ну, декор демонтованы, люди заменяют, и тому, когда мы поспеваем, мы, конечно, забираем их в музей. Это лишь да. В основном это вельми форматная речь, в музее они занимают вельми шмат места, но у нас самая богатая на Беларуси коллекция архитектурной резьбы в музее. И, конечно, это аварийные выпадки. Лепш, каб яны заховывались на тех будинках, где они и народились, так? Для яких и
прызначым. Каб разглядаць іх не ў музеі, праўда? Вот, але вот мы пачалі размову, вы задалі пытанне адносна таго ўзроўню заказчыка, які, скажам, патрабаваў... За кожным геніяльным архітэктарам стаіць геніяльны заказчык. Вельмі часта ў выпадку народнай архітэктуры і заказчык, і выканаўца былі ў адной асобе. І яны не менш геніальны, я лічу. Ну, на, скажам, пры большай звужанасці, да, канцэнтрацыі, мы разумеем, што эта геніальнасць іншая, но яна не менш геніальная за, скажам, якого-небудзь інжынера-будаўніка альбо архітэктара. І Гомельшчына дае гэтаму вельмі добры прыклад. І вось мы не ацэнілі яшчэ, што гэта і з'яўляецца, ну, можна гэта назваць пэўным культурным кодам, да? І не толькі культурным, але вот гэтым інфарматыўным кодам, які дазваляе нам лічыцца геніальнымі в области народнай архітэктуры. Вот мы гэта не ацанілі пакуль, але на Беларусі ёсць прыклады, багатыя людзі, забяспечаныя, імкнуцца да ўзнаўлення старых форм в новых технологіях і новых матэрыялах. Это вельмі цікавыя праекты. Зразумела. Ну вось не толькі пошук артэфактаў важны для даследчыкаў, так, але і асэнсаванне уплыву гэтых артэфактаў на, скажам, людзей, так, на тых, не толькі на тых, хто цікавіцца, а ўвогуле на ўсіх. Скажыце, калі ласка, які гэта ўплыў? У чым ён праяўляецца? А вот цікавы ўплыў. Это называется архетип свядомасці. Я, калі мы вот з дзецьмі праводзім заняткі, і не толькі з дзецьмі, скажам, з падлеткамі, ўжо, я даю такое заданне. Ну, калі мы разважаем на тэму дома, акна, ліштвы, будынка, я даю заданне: намалюйце дом, дзе бы вы хацелі жыць. 20 з 20 яны малююць вот той домік, які, ведаеце, квадрат і трохвугольнік франтона з комінам, дымам, акном. Ну, можа быць, розныя элементы дадавацца, но это той архетып, які фактычна і нас нараджае. Это дом вогуле з вялікай літары. Ну, гэта нейкая генетычная памяць, мне здаецца. Ну, вот чаму дзеці, якія живуць в шматкватэрных домах. На 7-м, 9-м, 16-м паверсе. Да, чаму яны вот гэты дом, все роўна дом малююць. Правда, сёння вот на нашай выставе размещена, я бачыў домік, недавно намалявалі, шматкватэрны, но ён таксама вытрыманы в гэтых же прапорцыях, які я нагадал, толькі ў ім шмат вокнаў. Але комін, дым. Вот адкуль гэты архетыпы? Ніхто іх не даводзіць дзецям. І таму мы живем вот в этом асяродку, які нас фармуе, не заўважаючы гэтага. І мне падаецца, як я уже сказал, повтарю слово Беллы Сасновскай, павінна быць штосьці незменнае. Іначай катастрофа. У нас эта катастрофа адбываецца, но она еще не дасягнула свае мяжы. Будзем уважлівымі. Добра. Ну, скажыце, як архітэктура, урэшце-рэшт гомельская архітэктура, уплывае на наш менталітэт, на нашы характары, на нашу свядомасць? Вы, як даследчыкі, ну, можаце сказаць? Ну, вось, глядзіце, у нас у Гомеле самая яркая асаблівасць гістарычная, культурная, архітэктурная, гэта палацава-паркавы ансамбль. Я не ведаю, як астатнія жыхары Гомеля. Ну, напрыклад, калі я прыїжджаю у любы іншы горад, в Беларусі, в Росіі, в Україні, в Германії, в Польші, я падсвядома хочу паглядзець, які у іх гарадскі парк. Убачыўшы гарадскі парк, я адразу для сябе складаю ўражанне, што гэта за горад. І я параўноўваю з гомельскім палацава-паркавым ансамблем. Калі гэта скверік 30 на 30 метраў, дзе расце 40 берёз, я разумею, што тут імітацыя культуры. Калі гэта такой Гановер, і там парк на 100 год старажытны за Гомельскі, і там барочны парк са сваёй осю, са сваімі там баскетамі, са сваімі, партэрамі, то я разумею, што гэта горад з вельмі старажытнай культуры. З іншого боку, паўплываў парк на гамельчан. Які але паглядзіце на старыя дамы Гомеля, на ліштвах, там свой парк.
Это резьба с раслинными орнаментами. Это так само свой парк, только выкананы в древе. Что это? Это некие архетипы 17-18 стагодия? Все это переасенсование гамельчанами своего гомельского парка, який для них был вельми важным. Тут можно философствовать и разважать вельми долго. Это такая особная тема. Культурные коды и их проявы у сучасном Гомеле. Добре, ну все ж таки, на характеры наши некий уплыв оказывает эта архитектура. Любые человек, который занимается... Якими мы стали, дякуючи тому, что у нас есть свой палацово-парковый ансамбль. Но таких исследований не проводилось, и замеров там, неких социальных опытаний. Ну, зрозумело, что это просто ваши, может, здогадки, назирания, все ровно. Ну, вот, глядите, я заважу такую... штуку. У соседнем Чернигове, вельми старожитном городе, вельми шмат помников эпохи барокко, казацкого барокко. И после войны, когда город обновляли, в тот час был сталинский, так называемый сталинский классицизм, то обновляли будинки, например, Черниговский чигуночный вокзал. И он у стиле так званого сталинского барокко. Архитекторы, побачивши эти каменные будинки 17-18 стагодия в стиле барокко, перенесли эти образы у свою сучасную архитектуру. Когда мы глядим на Гомель, то Гомель – это классицистичный город. У нас нема больше ранних будинков, фактично только Ильинская церква фрагментарно несет там элементы барокко. А так, в принципе, это город эпохи классицизма. И когда Гомель после Другой Сусветной войны обновляли, то этот обновленный город наполнился стилем не сталинской барокко, как в соседнем Чернигове, а сталинский ампир. И ампир – это стили, которые основаны на таким уравноваженном размещении разных элементов, как классицизм. И, в принципе, махчима можно будет, когда-нибудь, я сподіваюся, просочить вот эти уплывы классицизма на характер гамельчанов. Какие они? Уравноваженные, они такие больше консервативные, больше стриманные, чем, например, там жихары Полоцка, Витебска с их барочными ансамблями. Але это, я думаю, доследование будущего. У нас, на жаль, этой темой городской философии, да, метафизикой, покуль, в принципе, видать, никто и не занимается. Ну, мы-то накировано так, никто. А я, в свою чергу, хотел отзначить, что Гомель надзвичай ландшафтный город. И он вельми ориентованный на свою головную улицу, это река. Ну, зараз іншая сетка вуліц, уже чыгунка зрабіліся такой артерій. А, наприклад, в эпоху того ж Петра Алексеевича Румянцева, это была река. І Гомель фасадной своей часткой, он вельми серьезно был ориентований на раку. І, может быть, пэўныя ментальные речи, яны властивы гамельцам менавіта с того, что побач с человеком природа. У нас завсёды вельми широкая перспектива на заречную частку, это поплавы, это соседние вёски, это великая колькасць насельніцтва, якая приезжала на базар гандлявать товаром, это активная работа на гомельской чыгунке, на Совичи, Зябровка, Залипье. Это вельми серьезный как бы сегмент вяскового насельніцтва, вяскового уплыва на Гомель. И он вельми народный город, в им вельми серьезные народные сувязи, родоплеменные, я бы навод сказал, родностные сувязи в Гомеле вельми моцные. Не глядящие на всю эту вот кошмар вот этих вот перетрубаций насельництва. Вот. И зразумела, я еще вельми хочу запросить вас, шановный Евген и Андрей, провести нам такой первый школьный урок по архитектуре. Вот литерально ликбез. Мы будем пропоновывать будинки, а вы рассказываете, как вызначить певный стиль. Калі ласка, первые фотоздымки – это наш палац и это стиль классицизм. По-перше, классицизм – это стиль, який заснований на повторении
узоров античности, это, в первую чергу, ордерная система, и для класицизма характерна уравноваженность. Когда вы видите будинок в стиле класицизма, это будинок симметричный, абсолютно симметричный, это уживание ордерной системы. Колонны. И он таки не тяжкий, это стиль не тяжкий, але это стиль таки вельми логичный, там все детали помеж собой находятся в певных соотносинах, там нема ничего лишнего, нема ничего выпадкового, нема ничего фактично эмоционального. Это докладный ритм вельми такие. Так, это такая строгая симметрия. Наступная, калі ласка. Наступный стиль, як ты тут бачиш, это стиль модерн. Это стиль уже конца 19-го, початку 20-го стагодзя, он пришел на змену у тымліку і класіцызму. И это стиль, які у супротивагу стабильному, таку стационарному, незменному класіцызму, это стиль, які імкнувся подкреслить рухомость, динамичность, потому что в тот час активно развивалась чыгунка, активно уже самолеты почали летать. Это час, когда треба было быть рухомым. И тому люди вырашили, что поспех будут иметь не те, кто стабильно, неизменно стоять, а те, кто могут рухаться, могут динамично. Я только додам, что это соправдные гомельские будинки, правда, які и сегодня можно бачить на улице. Мы бачили, что будинки в стиле модерн, они такие асимметричные. Потому что устойливо не то, что стоит неизменно, а то, что здольно рухаться, в зависимости от ситуации. А вот это, вельми простый будинок. Да, вельми такие цікавый будинок и вельми цікавый стиль, які явно уже ближе до нашего часу, это стиль конструктивизм. Это стиль уже 20-30-х годов, початку 30-х годов. Для него характерны простые, лаконичные, геометричные формы, которые, как бы, сам бы кубики складывают будинок. И этот стиль, он вельми логичный, вельми такие лаконичный, але, конечно, в этой логике и лаконичности этот стиль не позбавился своей прихожости. Там угадывается композиция, угадывается... Круглый шэры дом. Так, да, круглый шэры дом на улице Пушкина. Ну, умовно, круглый, он П-подобный в плане. Ну, такая назва за ним замацавалась. Круглый шэры дом. Ну, дякую. И еще один стиль, вот я бачу приклад, это стиль эклектика. Вот на смену класицизму, але до того, как пришел модерн, пришел стиль эклектика. Это стиль, який імкнулся зробить уражанне на своего глядача, на своего покупника, на своего клиента максимальной колькостью декора. Калі у класицизме все асиметрично и декор вельми стиплы, то в эклектице все симметрично, але декор по максимуму. И вот те дамы, до речи, на улице Советской, недалеко от универмага, старого универмага, это как раз эклектика. Эклектика, так. Там у рекомендациях по научанию стилю эклектики в конце 19-го стагодзя была такая вот фраза, по памяти цитую, она приблизно звучала так: парада тем, кто будует стиль эклектики. Декора повинна быть как можно более... На вот слишком. Декор, менавіта на гэтым мы зараз спынімся, ну не толькі декор. Партрэты легендарных герояў Вялікай Айчыннай вайны ў гэтым годзе з'явіліся на сценах новых шматпавярховак горада. Вялізны мурал памяці легендарнага гомельскага партызана і падпольшчыка, героя Савецкага Саюза Емельяна Барыкіна можна ўбачыць на вуліцы, што носіць імя героя. Мастак Максім Казлоў, што ствараў вулічнае палатно, зараз з намі на сувязі. Максім, добрый вечер. Добрый вечер. Максім, скажыце, пожалуйста, вот как муралы інтэгрируюцца в городскую среду? Мы сегодня об архітэктуры говорим. А как вот подобные полотна вписываются с вашей точки зрения? Ну, на мой взгляд, интеграция муралов – это больше как развитие городской среды. Я думаю, они добавляют эстетики, вот, а здания после нанесения рисунка обретают новую жизнь. Вот. Люди, наше население, гуляя по городу, наблюдают за этим. В принципе, много довольных. Максим, но это, скорее, все же новые кварталы, правда? Не всегда, иногда рисуем также и старых, на старых фасадах.
Скажите, пожалуйста, а какие отзывы о ваших работах? Ведь вот эти две большие работы, Емельян Барыкин и Рокоссовский, они появились в этом году, весна-лето, правильно? Отзывы у вас уже есть от горожан? Да, конечно, отзывы есть, их очень много, вот, они разнообразны. Так. Одни считают, что это лишнее, вот, другие хотят видеть иные изображения. Вот, а вы но, как считаете? Если вы считаю, в этом что... работаете, значит, это ваша идеология, правильно? То есть вам это да. нравится, правильно? Конечно. Так. Самое главное, что большинство, в принципе, восхищаются, вот, и это приятно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы и дальше намерены работать в этой теме? То есть, ну, оформили бы еще несколько домов? Да, конечно, с огромным удовольствием. Я и мой напарник Гавриков Сергей, вот, мы будем продолжать работу над муралами, в частности, в городе Гомеле, ну, и, соответственно, и в других городах. Нам очень нравится, интересно вписывать в обычную городскую среду, скажем так, что-то новенькое и яркое. Ну, у нас сегодня в гостях Андрей Скидан и Евгений Маликов. Люди, которые посвятили свою жизнь изучению архитектуры и не только. Вот мне, конечно, интересно их мнение после телефонного разговора с вами. Но они тут нам сегодня разные секретики рассказывали. Может, и вы свой секретик расскажете? Какая следующая работа в Гомеле? Или секреты не выдаете? На данный момент... На данный момент я даже не представляю, в принципе. То есть проектов очень много, да, готовится, вот, но по готовности, скажем так, еще нет конкретных таких, скажем, мероприятий. Вот. Максим, и еще скажите, какой уголок Гомеля у вас любимый? Есть ли здание, дом какой-то? И какой именно это объект ваш любимый? В плане если архитектуры. Как архитектуру брать, то улица Советская – это там, где здание старого банка, вот. Какого именно? Думаю... Какого именно? Ну, как бы сейчас на данный момент это не банк. То есть раньше он когда-то был банком. Вот. Это как от парка, если прогуливаться по Советской. Вот. Справа, недалеко от дома, недалеко от улицы Ланге, так? Улица. Да, 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 да. Все понятно. Вот. А в принципе есть места в городе, по которым я люблю гулять, это улица Речицкая, пересечение с Стеной, там много арт-объектов наших и других художников, там уже больше стрит-арт, вот там я останавливаюсь и, грубо говоря... Наслаждаюсь картиной. Ну, здесь не грубо говоря, это радостно говоря. Максим, спасибо. Да. Если бы вы видели, как с одобрением кивал Евгений Маликов, когда вы произнесли название улицы Речицкой. Спасибо вам огромное. Всего вам самого наилучшего. Достижение новых творческих вершин. Протяг вам передачу, и мне вельми цікава ваша думка. Як вы лічыце? Вось, такие, скажем, элементы городской забудовы, как муралы, как вам подается? Это корыстная речь? Упрыгоживая город сапраўды, ці на вашу думку, может, и не вельми? Пачну одразу со своего опыта. На мяне колоссальное уражанне зрабіў мурал у Ризе в 1985-84 годзе. Тады ў Рызе ўжо былі муралы. А гэта гомельскія муралы, тыя, пра якія мы зараз гаварылі. Так, і для мяне это было штось нейкім такім шокам культурным. Это был выгляд старой Рігі на вялізнай глухой будыніне каля чыгуначнага вакзала Рыжскага. І таму для мяне мурал – гэта культурны эстэтычны аб'ект.
Мне імпонує образ хіпстера Барикіна, наприклад. Я думаю, що в такому образі батьки бородатого, він найбільше сьогоднішнім молодим людям до сподоби прийдеться, чим просто якась така пафосна фото героя війни. Ну, в свою чергу, звісно, я б хотів, щоб у нас були мурали, які історично виховують, які тичаться не тільки певного історичного періоду, певного, а представляли бы историю нашего города, как там мог заявиться Юрий Радзивилл, например, альбо Альгерд князь, так. И это было бы как раз шерогом, ну, такого тезауруса, такого скарбонки, таких авторитетов, которые спричинились до развития життя нашего города у раннем середневечи, в позднем, у новый час. У нас достаточно шмат тих особов, якими мы могли гонориться. Ну, початок покладены, махчима. Ну так. Это напереди. У нас творцы уже есть. Головное зараз это звернуть увагу нам на разные историчные периоды, славная минувшина нашего города. Я думаю, что Максим и иншие мастаки нас чуют, и махчима этой работы у них напереди. Я уген литерально несколько слов, бо час программы завершается. Ну, я сгодный с Андреем. У нас у Кумели реально есть такая проблема, что зворот истории у нас чем не иди далее другой сусветной войны, а любо, скажем так, периода Российской империи. А история города на наш мат больше глубокая и не меньше цікавая. И то, что было в 16, 17, 18 стагодзе, и оно и до этого часа на нас уплывает. И просто мы этого не ведаем. И тому, коли б створальники муралов и в угле люди, которые принимают решения по нашей истории нашего города, глядели и в больше глубокую историю, и в больше широкую культуру нашей в области, нашего региона, мы бы только выиграли. Мы бы нарешті отримали свое выразное обличие на фоне всей остатней Беларуси. Для нас это вельми важно. Дякую великий вам. И литерально несколько слов, як сті пожаданню глядачам и запрошение на выставу и шоу по городе «Майстер». Кляска. Ми завжди раді вітати у стінах нашого музею, і справді наша робота – це не кабінетне дослідування, а вельми готовые завжды до практичных деяний. И вельми рады, что, например, у нас значный сегмент выставок – это працы студентов Белтута, архитекторов. И тому любой человек, любой гамялец, любой жихар нашего города, гость нашего города, он пожаданный, наведывальник нашего музея. Мы готовы проводить годины с ним, не глядячи на наш экскурсийный регламент. Дякую, Евген. Ну, я в свою чергу хочу запросить усіх жихаров Гомеля, и не только Гомеля, долучаться до вивучення, до исследования истории культурной и традиционной спадщины нашего города, нашего региона, бо кожний може знайти себе, чим заняться в этой сфере, кожен може зробить нечто для заховання, популяризации и для передачи такого великого каштовного скарбу, який наши предки передали нам и який мы повинны передать нашим нащадкам. Дякую великі вам, Євген, Андрей, за те, що знайшли час, прийшли до нас у студію і так цікаво розповіли про архітектуру і не тільки міста і області. Шановні глядачі, це була програма «Добрий вечір, Гомель» і я, ведуча Олена Троценко. До наступної зустрічі!